В качестве одной из дополнительных мер поддержки медикам предоставляется ежемесячная выплата, информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Речь о молодых специалистах в возрасте до 35 лет, которые работают в течение первых 3 лет после окончания обучения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. А в Ленинском районе Самары продолжается конкурс «Цветущий Ленинский» на самую красивую благоустроенную дворовую территорию, клумбу и газон, говорится в телеграм-канале. Участники конкурса – инициативные жители, которые занимаются украшением и обновлением своих дворов. Сегодня в телеграм-канале Ленинского района отмечена территория у дома по Волжскому проспекту 35. Как проверить свою кредитную историю, рассказывает в телеграм-канале Куйбышевского района. Если банк неожиданно отказался выдавать вам кредит или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории. Проверить ее стоит, даже если вы на 100% уверены, что с ней все в порядке. Подробности в опубликованных ссылках. В телеграм-канале Октябрьского района предлагают ознакомиться с ежемесячной выплатой на ребенка до 1,5 лет. Оформить ее можно, обратившись в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а выплаты осуществляются в течение 5 дней с момента принятия решения об их назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному графику с 3 по 25 число каждого месяца.